перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, на 100 лет. Всем привет, ребят. Здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. Салют. Фишинг-инструктор. Привет. Оля, привет. Кто ж кофе пьет на ночь, тот, кто хочет бодрым быть всегда. Каково быть с идеей на таком батле? Каково отвечать на самый распространенный вопрос за последнюю неделю? Помнишь выступление отряда в Останкино? Не помню. Птаху и Гуфу. Сигаретный дым под облаком. Незаметно джин обнял бокал. И медленно. Что будет в нем? Что будет в чем, Серега? Здравствуйте, всем здравствуйте. Судил как умел, ребят. На рыбалку поехали. Поехали на рыбалку. О, Бельгии, привет. Бонсуар. Гео, лавина, крутой клип, спасибо. Не кури эту хурму. Это еще вреднее, чем сигареты, братан. Не надо. Не надо курить эту хурму. Липецку привет. Песня «Устал», да, устал, уставшая песня. Йоу, привет, Костян. Сколько лет вам, Владимир? Владимиру 36 лет было недавно. С Акимом, с каким Акимом? Сам бы батлил? Нет, я бы сам не батлил. Добавь в прямой. А если добавлю в косой? А? Наподобие трека «Дождь», да это такие треки, которые рождаются спонтанно, я уж не знаю. Как скай твой? Скай мой давно продан. В Самаре выступал? Выступал, конечно. Андрей Акимов с тобой, что ли, Андрей? Нет, спасибо. Пенза нет, вот Пенза не намечается. Многое намечается, но Пенза не намечается. А что в четверг-то? Какой кальян? Это не кальян, это электронная сигарета. Да, я женат. Как в невесомости. Как в невесомости. А на чем ты шам? Да это обычный сигаретный бак Сирен 2. Сигаретная тяга и обычная табачка внутри. Ну, Рамсей. Пермяга, да, я надеюсь, что пермяга будет. В Перми очень крутая публика. Прямо очень крутая публика в Перми, ребят. В Ульяновск я бы приехал. Германия не намечается. Это вопрос к нашим германским товарищам. Кропоткину привет. С Киевом все будет, как только устаканится что-то в Киеве. Велика вероятность не доехать до Киева, поэтому не хочется огорчать вас. Игорян, привет. В Донецк тоже давайте подождем. Повременим. В Ижевске не знаю. Ох, не знаю. Ставрополю, привет. Краснодар скоро же, конечно, послезавтра же. Дрипка. Дрипка в истории. Когда ждать новые треки? Со дня на день. Ну или с месяца на месяц, как минимум. В Иркутск, пожалуйста, с радостью бы. Питер, ох, Питер, Питер. В Питере будет в марте творческая встреча, ребят. А концерт будет, скорее всего, осенью. Чтобы я успел соскучиться по петербургской публике и публика со мной. Будет ли фит с 25-17? Я сомневаюсь.
как, сказал как Безруков, да? Ох, сомневаюсь. А будет ли ФИЦ 25-17? Киев, Минск. Минск в апреле. Киев самое выше. 16 марта в Москве. Ты 24-го приезжаешь. Нет, Игорян, приеду пораньше. В СПБ прекрасная погода. Солнце и минус 18 было с утра. Ну, хорошо, хоть ветра нет. Радуемся мелочам, понимаете? Нет ветра, уже хорошо. Воронежу, да, привет большой. Воронеже тоже буду в апреле. А не успеваю читать, если что, добежите вопросы, пожалуйста. Как зародилась триада? Чувак, Википедия will help you anyway. Know what I'm saying? В Москве в марте новые треки будут. Ну, как минимум, будет новый трек. Ну и помимо лавины, ну короче, помимо лавины будет, скорее всего, два неопубликованных трека. Баку прекрасный город, невероятно красивый. Совместка, не знаю совместку. Хотел бы фит Жак Халиб, нет. Ну или хотел бы, не знаю. Ну как-то я прохладен, наверное. Он очень музыкальный чувак, прикольный. Но нужен ли фит мне, с ним, ему, со мной? Не думали об этом? Да, хорошо, Игорян, спасибо. Судить баты, да, баты, наверное, буду судить. Участвовать, наверное, не буду участвовать. В Харькове был хоть раз. В Харькове был трижды. Крутой город, красивый, есть в нем стать. Постарел, братан, ну так время не бежит назад. Ты знаешь, время не бежит назад. Сургуту привет. Сургут. Пум-пум, Сургут, I got you. Я в Сургут, в Липецк, весной, скорее всего. А будет ли учебник? Да я сомневаюсь, какой там я поэт, ребят. Когда в Германию? Как позовут? В Сочи. Я не люблю кататься на лыжах, а Сочи люблю. Любил, по крайней мере. В Чернигове что-нибудь когда-нибудь? Неизвестно. В Новгороде, я думаю, будем. Сургут с концертом как позовут. В Саратов хочется? А чего не хочется в Саратов ехать? Я там не был, я не знаю, лет, наверное, 8. Мне кажется, будет прикольный концерт, прикольный движ. Чем Саратов-то не город? А то все уперлись в деревню к тетке в глушь Саратов, да, как говорил? Ну, Котя, привет. Проснулась? Клип Оникс, да, ребят, я Оникс слушал в 98-м, и в 98-м он был хорош. Мне кажется, на этом все. Обсуждают концерты и города, да, все пишут, когда в МСК, когда концерт в МСК, 16 марта прям, ребят. Можно же будет прям Инстаграм так чвинь, сделать, полистать и хоп, 16 марта концерт, классно. В Челябинске был, в Алмату хочу с концертом, не зовут, блин, не зовут. По сравнению с Питером, в Краснодаре тепло. По сравнению с Питером, ребят, мне кажется, даже в Мурманске тепло, и в Северодвинске, и в Норильске. Спой что-нибудь из нового. Нет, нет, Давид, не уговаривай меня. Не буду петь из нового я ничего. 23. Ну, спасибо, и тебя с 23. Как тебе Версус? Так же, как и всем. Мне не очень понравилось. Тост, пожалуйста, от души, как умеешь. Тогда будет тост такой, чтоб все у вас в жизни было от души. И к вам, чтоб все относились от души. И вы ко всему, к близким. И к родному делу, чтобы относились от души, а? И тост это тоже от души. Спасибо за лавину. Дядя Леша лучший. Android или iOS? У меня iOS. А так не знаю, я забыл, когда мне было Android. Давай второй трек про рыбалку. Да я сомневаюсь, что-то первый бы снять. Передай привет Махамбетову. Привет, Махамбет. Фильмец на вечер. Не знаю, смотрели ли вы три билборда на границе Эббинга, Миссури? Когда в Оренбург? Как только позовут нас в Оренбург, так мы приедем. Это же лучший аппарат, который создали япошки. Ну, Геттер прям пух,
хорош. Ну, говорят, кстати, и Акура новая хорошая. Ну, которая Honda. Ну, которая V6, ребят. Ну, которая 2,7 едет до сотки. Которая стоит как паровоз. Когда в Казахстан поэт? Как позовут поэта в Казахстан? Так и поедет он туда. Жижу в Париж. У меня даже трек есть. Для тех, кто парит над бездной, когда любая помощь бесполезна. В Екатеринбург собираюсь в сентябре. А на выборы я не пойду. Это моя гражданская позиция. Фристайл в студию. На рыбалку ездил? Ездил на рыбалку. Батл мне не зашел. А Волгоград, а Волгоград. Приедем мы весною. Я Волгоград сам был бы рад. Бездна кайф. Ну, старый трек Бездна. Целовина через 5 кило. Нет, не смотрел «В моей смерти прошу винить Клавука». Но название мне уже не нравится. Привет, привет. Фаза 59, ём. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что... Не правда ли странно, Володь? Говорили, что будет клевать на колебло, а клюет на воблера. Ну, типа на рыбалке мы с ним, понимаете? Окажемся и будем ловить рыбу, понимаете? На Алтай. Если будет ругаться. Негодовать. Ты, я не знаю, что написано в клипе. Это дождь клип, я не знаю, что там написано в газете. Я не помню уже. Щуку февральскую не поймал. Нет, зато поймал февральских окуней. Февральский судак клевал у меня. Привет, Звереву. С певицей не планирую пока фит. Болит триад дождь и тема. А я где сейчас? А я в Петербурге сейчас. Я заготовлю ответ про Путина для Дудя. Ну, можно считать это заготовкой на самом деле. Ответ-то хороший, посмотрит людей немного, а он уже готов. Будет versus battle с Дина? Нет, мы слишком по-другому воспитаны. А, мы слишком любим друг друга, Б. Мы слишком не любим деньги, С. Мы не готовы поднимать грязное белье и ругаться на людях, какая бы это ни была сумма. В этом, наверное, принципиальное отличие. Наше. Новосибирск планируется, наверное, но осенью. Спасибо за новую песню и за новый альбом. Как настроение? Настроение окей. Окей. Окей, ребят, все окей с настроением. Как тебе батл Птах и Гуф? Да не очень. Было бы прикольно устроить батл негатива и негатива. Ну, типа негатив на позитиве и против негатива на негативе. Ну, типа злой и добрый. Ну, типа как... Халк, да? До превращения и после. Прикольно же. Сам против себя. Но люди не поймут, ох, не оценят. Один такой типа, да хватит пускать нюни, дрянь. А второй, мы все в говне, мы все умрем. Да. Будет ли еще с Ростовели совместка, не знаю. Про рыбалку, так, мега история. А ты напиши мне в директ, брат. Ты же инструктор, фишинг-инструктор. Напиши мне, мы придумаем рыбалку классную. Только спиннинг, только хардкор. В платье уедешь, с рукавами за спиной. Ты вас много там, что ли, в платьях-то таких? С рукавами за спиной. С рукавами за спиной. Фильм — это проект «Русские горки», сериал для Первого канала, какой-то глобальный. Я был на первом съемочном дне своем, когда у ребят был 123-й съемочный день. Мне кажется, это просто ад. Это просто ад. А зимняя нет, вообще не огонь. Я не понимаю вот эту вот тему, пойти там воспаление легких заработать и, ну, там, поставить эти 18 тысяч флажков. А когда ты еще отпускаешь рыбу, это же, мне кажется, вообще просто, ну, бессмысленный зашквар. Ты просто мерзнешь, смотришь через лунку на щуку и отпускаешь ее.
Ну, Антоха, привет. Томску салют. Когда концерт ближайший в СПБ? А что там? Матвиенко опять заявляет. Они что-то все постоянно заявляют. Я перестал обращать внимание, ребят. Ростов-на-Дону, привет. Они же все что-то постоянно заявляют. Как можно серьезно относиться? Они все что-то, ну, там, это запугивает. Так какой-то, говорит, ересь. Я прям... Оставьте политику политикам. В нашей стране политикой занимаются только политики, и влиять на нее могут только политики изнутри. Вы ни на что, мне кажется, не можете повлиять, равно как и я. Помните, как спаситесь сами, и с вами рядом спустятся остальные. Вот и все. Будьте добрее, меньше хамства. Не быдлите, не обижайтесь, не орите друг на друга. Уступайте там, я не знаю, пропускайте людей тупо в полосу движения на дороге. И жить станет лучше. Бабушкам двери открывайте. Проблема же не в политиках и не в Матвиенко. На самом деле. Пусть занимаются чем хотят. Плевать вообще. Все-таки включился режим Безрукова. Славик, извини, пропустил. Привет. Да, 24-го увидимся непременно. Набери мне, либо напиши мне, и я тебе сделаю приглас. Луганск с тобой, Вова. Вот так. Вы думали, с кем Луганск? А Луганск со мной. А хотя, возможно, это другому Вове было послание. Интриги, расследования. Будьте вежливы. Ну, мало быть, не будьте эгоистами, короче. Любите других. Любовь — это же смерть эгоизма. И сразу все будет классно. Если даже, там, я не знаю, сотрудник ДПС будет относиться с уважением и с любовью к людям его окружающим, в том числе и к автоводителям, да, там, автолюбителям, все будет по-другому. Врач, там, неважно, кинокритик, там, режиссер. В Рязани не планирую концерты, нет. Да, все хотят со мной. Ну давайте сделаем прямой эфир на минутный. Я не знаю просто с кем даже. Запрос. Тут окей, добавить. В этом году не будет, в прошлом году не было, в этом, наверное, будет. Я как раз успею доделать альбом. Теребам, телетоп, телебом. Сердечки летят. В Тулу. Звучит коротко, емко, понятно. В Тулу. Театр не думаю. Да, ребята, где я и где театр? Я вот честно скажу вам, я не люблю актеров. Ну, это какая-то своя общая история. Я не актер, вот честно. Вот прям даже смотришь хороших актеров наших, да, там, просто на пресс-конференции, они всегда, я не знаю, немножко как бы в образе. Вот есть такое слово с пошлостью в озвуке, театрал, да, вот, и всегда это вот... И вот, гляньте, наше кино, оно же все там, все в кино. Я не актер. Это и плохо, и хорошо одновременно. В Таллин приеду непременно. В мае. Очень хочу в Таллин. Скучаю. И в Украину, я надеюсь, все-таки приеду. Я очень скучаю по Киеву, и по Львову, и по людям этих. Да нет, не был бы актер из меня хороший. Я не актер, я сразу вам говорю. Как относишься к Давуду Гасу? Хорошие ребята, талантливые. Ну вот, наверное, да, я как стараюсь честно сделать, я вообще, ну, я ничего не смыслю в профессии, и вследствие ничего не понимаю в ремесле. В Читу, я надеюсь, приеду. Да, в кино есть приглашение, их немного, но приглашение-то есть. Хотя, Новосибирске, да, наверное. Наверное, осенью, да. Клипы супер, спасибо. Казань, привет. Челнам, йоу. Казань осень, Ставрополь не знаю когда, Ставрополь невелик, и люди не так активно ходят на концерты и боятся звать в Ставрополь. В клипах я переигрываю, с актерской точки зрения. Хочется делать тоньше, пока не получается. То не рад, то не сложно как-то относиться, я знаю о том лично и уважаю его как человека. Он крайне приятный, интеллигентный, молодой человек. Что с таким поэтом, как Эйсик? Не знаю, это Эйсик ты пишешь, что ли? 100 лет его не видел, не слышал. Круче, я не знаю, где круче.
Мне больше нравится в Питере, поэтому я тут, наверное. В Астрахани будет концерт? Да, будет в августе концерт. Но не прямо в Астрахани, и на Таевке, на воде, в лодке будет концерт. Я надеюсь. Что касается Астрахани, там, ну, сложно тоже все. Тоже город небольшой, и тоже молодежи активной мало. И, ну, те, кто активны, они прям совсем молоды, им как раз подавать там слово. Версус, группу «Хлеб». Хлеба и зрелищ, короче, вот. Хлеба и Версусом. Бресту привет. Я вот в Брест приедем. В Адыгее был давно. Что читаешь сейчас из книг? Скачал Пикуля. А нет, не скачал, а надо скачать. Кстати, читаю Пику. Буду читать Пикуля. Дочитал «Сияние Кинга». Астане, Алмате, большой салам. Нет, пока не собираюсь к вам. В Омск. В Омске давно не был. И, наверное, не скоро буду в Омске. Версус впечатления. Да как у всех. Не очень. В Тель-Авив. Я так и не знаю, приеду ли я в Тель-Авив. Но честно скажу, что я бы хотел. Я там уже был однажды, мне очень, знаете, понравилось. Но что-то как-то больше не зовут. Хотя и людей-то было много. Но, видимо, кто-то не заработал столько, сколько хотел заработать. Мне кажется, честное слово, что проблема исключительно в этом. Но город прекрасный, люди невероятные. Вот что есть, то есть. Я таки бы приехал с радостью, но как-то, не знаю, все вроде там тепло говорят, а таки все на таком морозе, что пойди разбери. Акунина про Фандорина? Нет, я не любитель Акунина. И даже про Фандорина. В Казахстан, Казахстан, бишбармак, это очень вкусно. Не говорите мне про бишбармак в пост. Пожалуйста. PLC на TNT. Я видел, да, PLC на TNT. За ЧП. Рад за PLC. И за TNT. Здорово, Владимир, здорово, Лежок. Рад ли ты за 25-17 чартовые души? Дюжи, не знаю, мне кажется, там вообще как-то не про музыку история, насколько я понимаю. Ну, в смысле, там какой-то парень из нашего радио дружит с ними и симпатизирует им, и, ну, мне кажется, как-то так, ну, я не понимаю, но я не понимаю, с каких пор это рок. Ну, у них такая какая-то своя уникальная ниша, в которой они довольно-таки одаренные и осмысленно трудятся, но мне кажется, это не рок, не рэп, как-то, ну, вот стиль 25-17. Ну, получили, ну, молодцы. Мы как-то тоже получили за DFM статуэтку, как самую заказываемую песню какого-то года. Это был Нижний Омут. Это единственная наша песня, которая была на радио. И мы за нее получили. Но от нее ни тепло, ни холодно, на улице полиции. Да, я пощусь. Я не пью спиртной, я не ем семечки, поскольку я очень люблю их, и мне не разрешили их есть. Вот. И я не ем мясо. Сегодня даже и рыбу не ем, поскольку среда. Ну так, первая неделя пока нормально. Насчет сделать с Катей. С какой Катей сделать? Что сделать с Катей надо? В какой тематике будет альбом? О, Ванек, Мас, привет. Альбом будет в основном лиричным. Что удивительно, наверное, да? Такого старого дурака, как я. Ну вот, да. Я не стесняюсь говорить, я там, что я православный, но мне кажется, что православие, как христианство, да, как и Христос, это же тихая история, это как и с благотворительностью, да, когда делаешь добро, левая рука не должна знать, что делает правая. И мне не нравится вот это вот трансплантирование, да, там, и плакатизирование, анонсирование своего вероисповедания. Спросили, я ответил. Как-то все должно быть тихо и внутри, и в душе, а не вот не на показ. Крестик ношу. Простой, обычный крестик на веревочке. В Омске, Вова, будешь? Не знаю. И в Нижневартовске не знаю. Ребят, смотрите расписание концертов. Все там же есть. Ну, это вот... Мы просто тратим время. Твой любимый трек из личного? Не знаю. До любимых нет, есть удачные. Скажи, уже есть два трека. Хватит. Или даже три. Тот факт, что я не помню, сколько именно... Аксинии, привет. Жене Никитоска. Новый альбом Smokey Mo. Он хороший, но у Smokey Mo нет плохих альбомов. Он крутое делает музло, он чувствует бит.
Но при этом он талантливый парень, безусловно. Но при этом, я не знаю, какая-то есть, какой-то есть трабл с тем, что есть ощущение, что слишком сильно вышел первый альбом, и он как якорем, да, или там зацепом к телеге держит какие-то Сашины стремления и порывы. То есть он бы делал давно иначе, но как дамоклов меч над ним висит слава первого альбома. Все прям круто, он, ну, мастер своего дела, но при этом мне лично чему-то, чего-то не хватает. Я не могу объяснить, чего. Ну, я, наверное, слишком привереда в музыке. В рок-баре нет, не будет негатива, это концерт ряда. Я актер, что насчет... Да что-то так, потихоньку движемся. Ну, ничего такого нет выдающегося. Вот два полных метра выйдет, по идее, в сентябре. Это круто. Вообще необычно, что два полнометражных фильма, пусть с большими ролями. Сколько лет группе Триада? Сколько лет Википедии ты представить себе не можешь? Там ведь можно забить. Запрос. Самый удачный трек «Времени нет». Здравствуйте. Рок люблю? Ну так. Люблю. Люблю и мороз люблю, но не так, чтобы прям. Да, конкурс на фит негативов. С негативом, скорее всего, будет. Не знаю. Нет, Света не рядом, Ваня, она в другой комнате. Может быть, она снова заснула и просто оперлась на телефон в районе сердечка. Не, Сиги не курю. Семья хорошо, спасибо. Каково быть судьей Версус? Да нормально, спокойно. После концерта в рок-баре, скорее всего, можно будет. Шнура безгранично уважаю и респектую, и горд за знакомство с ним. Негатив в Таллин, скорее всего, в мае приедет. Мой любимый поэт. Знаете, есть заповедь «Не сотвори кумира», и то же самое и с поэтами. Их несколько. Мне нравится Гомер, может быть, потому что он первый. Мне нравится Бодлер, потому что он необычный, но без перебора. Мне нравится Пушкин за невероятную стилистику, чувство слога и точности подбора выражений и слов. Ну, пожалуй, что и хватит. Мне не нравятся все модные ребята. Блоки, Феты, Мендельштам, не знаю, и Бродский не нравится. Но это же поэзия, это вкусовщина, это даже не проза. Тут либо нравится, либо нет. Они, возможно, прекрасные, но поэты, я не литературный критик. Но вот просто мне не нравится. Я был перепуганный. Да нет, чувак, у меня, правда, нормальный разрез глаз моих, я всегда так вот разговариваю. Цыпкин, не знаю, Цыпкина. Курску привет. Почему здесь Курск? Аксинья Бадлера любит. Прекрасно. Прекрасно. Куча стихов, которые нигде не найти. Да это же всегда так. Плевать на мои стихи. Зато у вас есть стихи других поэтов современности. Такой тонкий намек. Все же знают других поэтов современности, да? Говорит, поэт. Вот Олег Груз поэт, например. И другие, но он не самый известный поэт современности, есть и другие. На концертах это очень круто читал, это давно позади ребят осталось. Я теперь никуда читаю. Хорошее произведение, я же говорю, это вкус. Я не диджей, я поломал свои вертушки. Птаху любишь, как тебе, как поэт. Ха-ха. Ха. Ха. Груз крут, согласен. Волосы опростил. Опростил, есть такое. Ну, ничего себе, вовсе четкий пальцик, вообще от души. Ростову привет. Как тебе Тверь? Да Тверь хороша, красивый город. Уютный, провинциальный, наверное, немножечко.
А там, кстати, много заявок на прямой эфир. Я же говорю, давайте минуту проведем, если ребята не против. Кто не против, ставьте плюсы, кого-нибудь подключу сейчас чуть. Со мной скучно, ты пойди. Мы с тобой одна фамилия. Это хорошая песня, Даша, да? Шансон. В Казахстан приеду, как позабуд. Конкурс на фит с негативом, скорее всего, будет в конце года, ребята. С Лехой подпилить что? Ну, помчали. Так, а тут много всего. Давайте прям по минуте со всеми, да, можем? Вот, вот Миха Бунин, например. Если он не сбежал. Сигарет. Салют, салют. Мих. Привет. Привет. Ты камеру подальше убери, а то люди думают, что ты тяжеловес, понял? Ну, есть немного, поднабрал. Я тебя не в уборной застал? Не, нормально, я помню. Перед компом. Ну, чтоб врасплох просто, понимаешь, не зря. Не застеснять. Ну, в первую очередь. Все планы расскажи людям. Да вот, тебя достаю с этим питом на конкурс. Планы писать, творить. Сейчас и пишу. То есть преисполнен... Люди вот интересуются, когда приедешь в Сыктывкар? Когда приедешь в Сыктывкар? Бурманчан когда порадует? Концертом. Ну это ж тебя, наверное, спрашивают. Я сел на попу и сиди. Понимаешь, никуда не едешь. Никуда не приглашаю. А, как показывает практика, без приглашения лучше никуда не ехать. Вот, хоть ты меня понимаешь. Дай пять. Давай. Да. Как погода в Красноярске? Да все классно, все круто, цветет, все пахнет, все здорово. И пишечку вот готовлю. Красава, видишь, о, проанонсировал и пишечку. Да, 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 да. Когда бы еще? 15 марта. Ты на концерты придешь в Ротбар? Не помню, какого числа. Мне нравится это твое. Короче, в директ пиши, подумаем. Хорошо, если в городе, давай чего. Я вообще сам знаешь. Давай, хорошего вечера тебе. Удачи тебе. Люди в очереди. Давай. Удачки. Обнял. Пока. Пока. Так, у меня заканчивается место, ребят. Место заканчивается. Там Слава Суровый пришел. Слава! Слава, ответь мне в WhatsApp, Слава. Я же тебе написал про 16 марта, про Москву, а ты молчишь. Привет. Мама, привет. Боже. Кого зовут? Мне кажется, что это, короче, просто, ну, типа, нереально. Я такая, просто сон, типа, радуюсь. Что говорят. Что ж там? Там типа подсказывают, просто сон или просто сок? Еще не поняла. О. Ладно, проехали. Как дела, как настроение? Настроение супер. Блин, я написала, не знаю, или там видел ты, или читал. Да. Может... я же написал, давай не проведем эфир, не вопрос. Там будем заставить. На вопросы ребят. Ребята, спрашивайте вопросы, мы здоров, вот. Отвечай, скажи, привет. Привет. Побудешь моим секретарем немножечко. Хорошо. Хорошего я вечера. Постараюсь. Спасибо и вам. Пожелаю хорошего вечера, ребята. Всем хорошего вечера. Блин, спасибо тебе, что ты, ну, общаешься вот так вот со всеми своими подписчиками, блин, это так классно, так круто. Вы скидываете? Это так круто. А? Спасибо, спасибо, спасибо там за комплименты. Я смотрю, что там пишут просто внизу. Я хочу и с тобой пообщаться, и ответить людям. Ты читаешь, да, там отвечаешь. Я пока отдохну, я попью кофе, да, ты, я же, ну, типа, как... Не-не-не-не-не, ну, мне все-таки, как бы, ну, важнее с тобой пообщаться, ну, блин. Я вообще, я честно до сих пор просто не верю, что так, что я с тобой сейчас общаюсь. Это тебе все кажется, что ты, я...
Я просто промазал там кнопку, я хотел сбросить всех, ну там закончить все. Как дела? Хорошо. Хорошо? Что? Все хорошо, говорю. Как дела, как настроение, говорю. Все ли хорошо? У меня... Боже. Я, мне кажется, что я просто потеряла дар речи. Ну, короче. Но у тебя же есть, смотри, чудный суфлер под боком. Пусть подсказывает. Я скажи, да, есть. У тебя все хорошо. Ты такая, все хорошо. У меня все хорошо, все отлично, настроение супер. Теперь передай привет из Винницы. Из Винницы, с Украины, с Винницы. Привет большой. Спасибо, и вам большой привет. Я респект твоей восьмиклинки, кстати. Я сделаю вид, что... Сделаю вид, что я... Я от нее тащусь. Я с Кубани, я тоже супер тащу немного, поэтому, ну, и гекать умею, как вы. Я почти что родня. Ладно, хорошего вечера. Спасибо, спасибо большое. Тебе тоже хорошего вечера. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Всем твоим подписчикам хорошего вечера. Спасибо большое. И Виталику Демировскому тоже. Все, пока-пока. Пока. Опа, там уже 10 заявок. А было 4, было проще на самом деле. Сейчас мне главное, чтобы не закончилась память на айфоне. Давайте так, если память на айфоне заканчивается. У меня синдром 16 гигабайт просто. А память закончится, я тогда выйду из эфира, почищу, и мы опять такие коротыши устроим. Окей? Хорошо? Я помню... 12. Ну, давайте, блин, ну... И не волнуйтесь, пожалуйста. Здесь же такая тема, что, блин... Вы можете просто спросить то же, что вы спрашиваете в чате, но я, например, не вижу, и... а тут хоп, вы взяли и спросили. Так, сейчас будем коннектиться. Там-та-та-та-та-там. И что-то вот закинули заявку и не коннектятся сами ребята. Я тоже хочу. Так и я хочу. Привет! 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 Ты в эфире, это первый канал, поэтому матом не ругайся. Матом мне тоже нельзя, сейчас придется выйти. Основные. Как дела, как настрой, расскажи. Как дела? Что-то... Ух ты, сюда пропадает. У тебя Wi-Fi нет, походу, да? Сейчас придется... Да нет, есть, я просто вышел. Тут музыка играет. Что? Там музыка играет, пришлось выйти в другую комнату. Ну, привет. Привет, как дела? Как дела? Нормально, нормально, нереально. У нас все нормально. А чем ты занимаешься сейчас? Кофе. Просто сидишь и пьешь чай? Кофе пью, прямой эфир с тобой веду, видишь? Дело не в проворот. Ну да. Еще и покуриваю. Ну да. Которая вреднее, чем сигареты, говорят. Помнишь песню свою «Паранойя»? Какую? Слышишь? Алло. Слышишь меня? Ну ты пропадал. Алло, алло. Сейчас слышу, да. Какую песню? Сейчас слышно? Да, да. «Паранойя». «Паранойя», помню песню. Я тебе сюрприз сделаю. Что сделаешь? И стоп секунду. Да, слушай, круто. Ну, как-то так. Слушай, а ты играешь, да? Алло. Да, ты играешь, да? На... Пропадает. Да, скажи еще раз. На пианино играешь? Ну, да. Да. Ну, кайф, круто, красавец вообще. Ну, у меня брат играет. Брат? Я у тебя в Харькове, когда ты выступал в Харькове, я тебя... Братец, связь пропадает, короче. Алло.
Да, вот. Слышно? Да, слышно, слышно. Ты говорил, когда я выступал в Хаме? Говорю, выступал. Это ты? Да, у тебя на разогреве. И ехал. А, я думал, ты скажешь. Это... брата выучить. Тимором, братан. Да не, я шучу, там никто не кидал. Не, не кидал. Я понял, понял. Ну прикольно, рано, братец, давай. Это мне... тебе. Обнял, там толпа стоит. Да, все, давай. Давай, рад был. Да, брат. Да, все, давай. Спасибо большое. Салют. Давай. Я прям чувствую себя Кашпировский, который проводил, знаете, эти сеансы связи там и так далее. Вова, убирай его, он тормозит. Меня добавь, Вова. Позови меня, пишет Алексеев, 777. Счастливый Алексеев, да давай позову. А я тебя не вижу в заявках, Алексеев. Я не вижу тебя. Ты не видишь меня. Ну что там? Я попал в эфир. Привет. Здорово. Ну давай, раз уж пришел, пой привет. Смотри, помнишь свой компьютер старый? Смотри. Узнаешь? Нет, это не мой компьютер старый. Это какая-то фигня. Ты меня разводишь, Вань. Как дела? Нормально. Я на работе, весь. Нормально, нереально. Нормально. Мы тебя ждем в Ростове. Да я приеду в Ростов. Что со связью? Да. Раз уж да. Я приеду. Виснет, Вов, вообще ничего не слышу. Виснет. Да что такое с твоей связью? Хочешь шутку с этим? Ну типа, Вин. Давай. Виснет, но не так сильно, как виснет главный герой в клипе медленно. Нормально. Нереально. Ладно, Ванечек. Вот Ваня, кстати, тоже. Давай, я хотел сказать просто, я хотел выйти в эфир и сказать Бетинго скра. Кра! Подожди. Па-па-па-ка-ка. Давай. Вот ты был на батле Гуфа и Птахи. Как батл, Вань, скажи? А то никто не знает, никто не понимает своих чувств. И все пытаются понять, как другим батл. Как вот тебе батл, скажи мне? Слушай, ну батл такое себе, что? Вживую интересней, скажи, Вов, чем на видео. Ну, вживую интересней. Я хочу сказать, что там накануне был батл крутой Рамироса и Энди Картрайта. Вот это был прям крутой батл. Я надеюсь, это можно, да? Да, это был крутой батл. Да, это было в разы круче, короче. Я надеюсь, вот так, можно так. Да, публикуют. Ладно, Ванечек, хотел бы повидать. Хорошего тебе вечера. Все, обнял. Всем пока. Давай. А что, так можно делать? Да можно так делать, конечно. Сейчас кого-нибудь еще добавлю. Вадик вот пишет все. Добавь, братан. Вадик и много вопросов. Может быть, у Вадика ко мне много вопросов? Вадик, я тебе звоню, Вадик. Алло. Тесто лучше добавить. Смотри, с кем в эфире, иди сюда. Иди сюда, Вася. Привет. Привет, дружище. Здорово. Как дела? Как дела? Нормально, нереально. Дай свой телефон, сниму хоть. Как сам? Ничего, тоже потихоньку. Че, тебя Вадик зовут? Да. Меня Вова зовут. Очень приятно. Че, где живешь, Вадик? С Крыма, с Симферополя. О, ничего себе. Там тепло, наверное, да, сейчас в Крыму? Ну, я бы так не сказал. Последние 2 дня холодновато, ветер. Ну, холодновато это сколько? Сегодня было максимум 3 градуса. А, ну у нас сегодня было максимум минус 11, а минимум минус 18. Это нормально. Мы зажрались тут. Это твоя дитятка, да? Да, моя дочка. А сколько лет? 1 год и 7. Не, тебе сколько? А, мне 20. Я понял. Тебя Вадик зовут, а ее? Софья. Прикольно, слушай, Софья имя. Красиво. Да. Кайфово. Чем занимаешься? Бездельник? Учусь, работаю. Получается? Да. Ну, совмещаю как-то. Приходится. Я понял.
Жена с Якутии у меня вообще, знаешь, как по разным сторонам России. Ну, она, в смысле, с тобой живет или в Якутии живет? Да, да, она прилетела сюда учиться. Прикольно. И не получилось. Ну, не всегда, видишь, получается, как мы хотим. Но и зачастую... Ну, да. С другой стороны, зачастую получается лучше, чем мы хотим. Я согласен. Что не делается, делается к лучшему. Да, точно, четко. Ладно, давай, чё, обнял. Хорошего вечера. Все, спасибо. Увидимся. Давай. Ждем, да. Приезжай. Давай, постараюсь. Пока. Давай, пока. Вова, ты куришь периодически? Нет, я не курю периодически. Казахстан на связи. Там очень много заявок, ребята. Очень много заявок. Варик, видишь, все нормально. Ты переживал, что все куплено. Видишь, все места куплены. Харькову привет. Своих из красок. Заявки все растут на совместку. Ладно, давайте, ребят, давайте так, дайте мне 2 минуты, я поудаляю все ненужное с телефона и выйду по новой, да, и прямой эфир. Хорошо? И подобавляю кого-нибудь. Не спать. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, go, go. Так, ну что, понеслась дальше. Та-да-дан-дан-да-да-дан-дан-да-да-дан-дан. Слишком много заявок, слишком много. Заявок, друзья. Привет, всем привет. Всем привет. Всем привет, всем привет. Привет. А у тебя не слышно от слова прям совсем. У тебя, походу, звук выключен на телефоне. Ты не слышишь, парня? А сейчас ты еще и упал, братан. Эй! Здравствуйте, всем здравствуйте. Дружане, я тебя не слышу. Я не знаю, что у тебя с телефоном. Ты проверь, если что, я тебя потом передобавлю, хорошо? Я только вот так вот. Слышу все. Давай, настрой телефон. Братюнь. Его не слышно, говорят мне. Ой, да ладно, я и не знал. Бресту привет. Бресту привет, Бресту. Бресту привет. Так. Слышно? Да, слышно. Но теперь у нас другая. Здрасте. Слышно, но не видно. Видно, видно. Вот сейчас видно будет. Видно только темная ночь. О, да, вот, вот. Да, как дела? Меня зовут Вова. Тебя как зовут? Меня Султан. Султан, ничего себе, кайфово. Да, с Казахстана, с Казахстана. Высокий. Талам Казахстана. Дела нам? Да, сейчас все подумают, что скриптонит, да? Да, иди. Да. Ну вот я уже час ночи жду. Вот с собачкой сидим, ждем. А что? Ничего себе, у тебя каски, как зовут? Да, Лаки зовут. На, Лаки, иди сюда. Иди сюда. Чистивчики. А, вот он. Вот. А, прикольный. Они все дурные. Вот. Но да, сумасшедшие на голову чуть-чуть, вообще дурные. Что, а откуда из Казахстана? Тарас, Джамбул, город. Не знаю такой. Я знаю Атырау, Астана, Алмата. А кто бы знает? Не, Караганду. Есть «Джентльмены удачи» смотрели, нет? Да, смотрел. Там есть, там сказано, там тепло, там моя мама, город Джамбул. А, я понял. Да. Вот. Ну, в России все знают Чуйскую долину, вот в том районе.
Все, я понял, подбор. Вот, вот, вот. Что сказать? Вот. В Казахстане, небось, скриптонит прям как национальный герой, да, наверное, все слушают. И нет такого. Да, скриптонит, Геннадий Головкин и Джакалип, и Назарбаев. Все, больше никого нет. Но Назарбаев, мне кажется, он всегда был, да? Ну, тоже так же, как вы к Путину относитесь, точно так же мы и к нему относимся, скептически к себе. Да, еще князь Русь крестил, уже Назарбаев был, да, ну, по главе. Да, 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 да. Ну, до этого еще было, ну, до лампочки мне вообще политика, уже... это вообще другое дело, да. И вот, как-то так, вот, как на бегает. Как настрой у тебя, Султан? Все хорошо? Не понял. Настрой как, настроение? Уже час ночи, а я сидел ждал. Да, вот. Ну все тогда, давайте. Это да. Там еще люди ждут. Рад был, давай, пока-пока. Все, спасибо. Вот люди ждут до часа ночи, понимаете? Вам все быстрее бы. Вот давайте мы подождем до часа ночи. Нормально, спокойно, выдохнем. И, короче, будем тогда выходить в общие эфиры. Раньше было трое кого. Никаких дела, дела отлично вообще. Новых хитовых треков. Брат, я сам жду новых хитовых треков. Ты не поверишь. Калининграду привет. В зал? Нет, не хожу. А смысл ходить в зал, когда я... Вот я сейчас один день дома и опять уеду на неделю. Потом опять два дня дома. Волгограду привет вообще. Громадный. Фадеев, ооо, пишет, у нас 2 часа. А чё ж ты не спишь-то, Фадеев? Сейчас проверим Фадеева. А вдруг, а представьте, если это Максим Фадеев. А если, а ну как он пригласит меня на Red Sun Label? А я откажусь. В прямом эфире. Здорово. Привет, привет, Володька, привет. Чё, 2 часа ночи, ты откуда, с Новосиба, что ли? Томск, Томск, Томск. Томск? Томск. Это прекрасный город, очень крутой. Да, как-то прокачал у нас как-то прям вообще нормально. Я до сих пор качаюсь, видишь, после Томска. Да. Как тебя зовут? Я же не Олег, знаю. Олег. 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 Слушай, ну, мы с тобой можем вообще вот так вот сидеть, задрать подбородок, мы как два князя, понял? Олег и Владимир. Ну тут все, кто с кем у тебя в эфире, кто с детьми, короче, кто с хаски. У меня вон 12-струнная на заднем сиденье лежит где-то. Вот так вот. Думал, ты скажешь, что же живая, понял? Ну она живая. Живая? Когда в руки беру, оживает. Так ты гитарист? Ну, музыкант, но... Да. Ну, в смысле, ты музыкой прям занимаешься, да? Ну, да. А что, у тебя группа, бэнд или ты сам? Не, я сам по себе. Работаем и творим. Дедюля нравится тебе? Не, я как-то это... По другой музыке маленько специализируюсь. Ты, короче, не за технику, а за душу, да? Ну, да. Слушай, какая за история? Ну, ты сразу смирись, вот, ну, что будет в лучшем случае, как у меня. То есть не очень. Да мы как-то год... Это у меня такие шутки самосмейки. Год назад ты в Томск приезжал, мы как-то даже общались по этому поводу, по поводу творчества. То, что это дело такое. Ну, это сложно всегда, да, согласен. Ну, зато есть от этого в душе какое-то приобретение. От творчества. Ну, творчество, да. Тут еще, ну, с одной стороны, ты стараешься что-то людям подарить, и они что-то... Взамен дают. Дарят, конечно. Да, приятный обмен. Это лучше, чем делать говно и получать бабло. Ну, на мой взгляд. Согласен. Это вот я там, версус как-то вы задели там в разговоре. Вообще непонятная какая-то ситуация. Ну, что, заплатили двум бывшим бабки, и они вышли... Ну, у нас... Вы же не раз у нас были, у нас так вот в Томске не разговаривают. Это же даже, ну, друзья так, враги не разговаривают. Для чего это? Ты знаешь, если ну, делать все прям, грубо говоря, правильно, то нужно было просто ребятам пересечься в Москве, в кафе вдвоем сесть, поболтать 3 часа, все раскидать, пожать руки и разойтись. Ну, либо не пожать руки и разойтись. Ну, на этом и остановиться.
Просто я тоже не согласен с тем, что, ну, что правильно и резонно выносить это на общий суд. И ты завис. В Томске отрубили интернет. Не пропадай, Олег. Приехать буду рад. Да, пропал Олег. Вышел. Он психанул. Представляете, как его задел батл Уфа и Птахи. Ладно, я пойду кого-нибудь поищу. Паша Калинин. Ждем Павла Калинина. Добавьте меня, добавьте. А вы добавляйтесь, я там потихонечку добавляю, ребят. Кто добавляется, тех добавляю. Нас добавляют, мы добавляем. Алло! Вы признали смертельным. Здорово, Паша, у тебя темно. Как я здорово, да я еду за рулем в машине по Краснодару. Угу. Угу. Прикольно. Ты сам, да? В Краснодаре? Очень жаль, что мы этого не видим. Так, видно? О, да, видно, да. Здорово, Паша. Здорово, здорово. Че, как Краснодар? Пробки, да нет? С работы еду. С работы? А что ты задержался на работе? Да, работаем сутками. Блин, вообще не ожидал, что этот подключишь. Кинул, ну да, заявочку. Я все по блату, как в шоу-бизнесе, все только через постель. Я не ожидал. Да? Не, ну ты мне в личку отвечал, я прям думаю, ничего себе, отвечает человек. Я бывает. Присоединяюсь к вышесказанному, парню говорил то, что откачал ты в Томске. Вот в Краснодаре я ходил тоже на концерт вообще по теме. Спасибо, спасибо. А что, послезавтра-то придешь или у тебя планы? Блин, ой, ну я не знаю, где там будет? В баре, в рок-баре, да? Ну да. Слушай, ну не знаю. Я вообще с кайфом бы, если получится. Ну приходи. А ты в Краснодаре сейчас, да? Ну, 24-го, да. Не, я сейчас не в Краснодаре, я в Петербурге. А, ну ты переехал. Ты же в юбилейном жил? Угу. А ты что, где живешь? Я живу, где вот Российская, знаешь, 40 лет Российская. Ой, тяжелый район, там же всегда стоит все, и туда, да, и назад. Вот я просто там вообще переехал, я с этого, с Сибири рода, с Тюмени. Я... Понял. Вот. Тут же в Краснодаре. О, Вова, я у тебя всегда хотел спросить. Вот смотри, ты ну, давно в рэпе, давно рэпом занимаешься. Блин, я на твоих песнях вообще рос. Сам просто очень долго занимаюсь уже музыкой, как бы, ну, пробовал себя там, читал. С тобой вот вообще возможно такое вот совместку записать? Просто, я не знаю, не просто так, наверное, подключился. Должен я спросить это. Ну, смотри, просто так нет, наверное. Потому что я вообще не очень люблю совместные. С одной стороны, с другой стороны, я специально для этого делаю там раз в год конкурс на фит. И он максимально честный. Но я понимаю, что это субъективно, поскольку я слушаю, и мне либо нравится, либо нет. Но это же не посторонний слушающий человек, это же фит со мной. Ну поэтому, да, конечно. Да, и ну поэтому, короче, да, я думаю, что в этом году, в декабре, я сделаю по-любому. О, до декабря долго. Чтобы нарочно просто, блин, это у меня, я не знаю, наверное, 1 200 000 совместных. Нет, вот я был на концерте Утряда вот у вас, там парни на разогреве читали, как бы, вот, например, на том же разогреве, если у вас читать, то что, ну как попасть, вот так сказать? Слушай, а мы вообще, ну, никак не заведуем разогревом, это чисто организация. Да, организатор кого-то ищет. Просто даже бывает вплоть до такого, что какие-то есть друзья в городе, и они просят, а организатор упирается рогом и говорит, не, у нас не будет разогрева. Вот в прошлый раз был разогрев, было плохо. Поэтому ну, от нас не зависит. И спорить, терять время с ним тоже не хочется. Поэтому это можно просто в рок-бар зайти, это делает рок-бар, зайти и спросить там как контакты арт-директора, созвониться и поговорить. Ну, пользуюсь случаем, передаю всем привет в Краснодар. Краснодар, если из Сибири есть, по-любому. Слушай, да там сейчас половина Краснодара, короче, из Сибири, на самом деле. Да, по-любому, блин. Ты кто-то вдруг знает или узнал.
Я вообще не ожидал. Ну да, все, ну видишь, все куплено, да не все. Кстати, вот что хотел спросить у тебя вопросик. Почему именно в Питер-то перебрался? А то ты, ну так, ответил, как ну непонятно. Почему решил туда именно перебраться? Ну, должна быть какая-то сложная, ну, витиеватая причина. Но очень понравился Питер и немножечко разонравился с возрастом Краснодар, вот и перебрался. Я же просто не прям с Краснодара родом, я ну, с Кубани, но там 200 километров от Поэтому это нельзя сказать, что это прям безотносительно моя малая родина. То есть, ну, понравился, ехал как-то так, была возможность. Я понял. Ну что, всем салют. Пока-пока, рад был, хорошего вечера. И успехов в творчестве, классных треков. Спасибо. Пока. Здравствуйте всем, здравствуйте Волгограду, здравствуйте. Тбилисская, здравствуйте. А где Дино? А Дино в Краснодаре, собственно. Заявок все больше. Ладно, я в заявки, ребят, пошел. Масик, а есть задержка, да, маленькая? Так, добавим кому Тараса. Тарас, я знаю, сейчас узнаем, придет ли Тарас на концерт в Ростове. Очередь стоит, да нет. Да, с Диной выступаем. Ну, ребят, если послезавтра концерт, разумеется, мы выступаем с ним. Это у меня повисло или что происходит? Что-то как-то повисло все. А, вот отвисло. Дина учился со мной. Да, Дина учился со мной и с тобой, наверное. Не очень была шутка, я согласен. Август и Орион, ну да. Август и Орион, они на самом деле и по этому... По заходу в народ, наверное, на первом месте Август. И Орион... Запросов тьма, сейчас что-нибудь. А я начну прям по порядку. Волгоград этой весной, ребят. Полите, я не знаю, группу ВК, инстаграмчик поглядывайте. Йоу, здорово. Привет, Вовчик. Я что, в общагу дозвонился, что ли? Нет, студенты из Краснодара в Москве сейчас с тобой. Московские студенты с Херасом. А, ничего себе, привет. Привет. Че, как Москва? Что говоришь? Как Москва, говорю, златоглавая, стоит? Покоряем потихонечку. Кубань делает. Кубань на выезде, да. Че, на кого учитесь, пацаны? Экономисты. Экономист? Да что такое? Не экономист, так юрист. Не юрист, так экономист. Получается? Ну, да. Ну, потихонечку. Кайфуете или ну, чисто куда-то был вариант поступить, решили? Нет, серьезно, подошли к этому вопросу, то есть серьезно учимся. Ну и прям нравится, да, все эти истории? А, да, то есть интересно. С Краснодара уехали, надо выше планку брать. А что это специализация? Мировая экономика какая-нибудь, да? Там, финансы. Экономическая безопасность. Все, пацаны, я в безопасности. Ты в безопасности будешь. Да, я понял. А что за институт, университет, академия там что-то? Академия при президенте у меня, РАНХИКС. В Губкинском учусь. Нефтегаз. Экономист направленность. Флаг даже на стене висит, да? Да, у нас флаг нормально, да. Че? Были на твоем концерте в Москве недавно, очень понравилось. Да, спасибо. Да, в Триаду ходили, на Бруклине, где вы выступали с Дина, прям очень душевно было. Я, наверное, самый молодой в зале. Да. Слушай, ну там что-то вход был какой-то непонятный, там очень долго заходили все успели замерзнуть. Да, пришли заранее, все равно. Кто пришел первый, те в итоге очень долго ждали. Была дурацкая ситуация со входом.
Я понял. Ну, ну прикольно. Спасибо, оправдали прям. Душевно, душевно. В Краснодаре не мог попасть, все время как-то планы менялись, все время вот собирались, не один раз, наверное. Я понял, понял. Да, что-то обрубили пацанам, экономистам интернет. Ребята, или мне отрубили интернет. Либо, не, у меня идут сообщения, настроение хорошее. Пишет Поска, как настроение окей. Ладно, ребятушки, давайте. А я пока нет. Я дождусь, пишет Денис Смирнов Official. Ну, если прямо говорить официальный Денис Смирнов. Денис официальный. Тирасполю привет. Сфотографировался в Ростове. Да, я думаю, что после концерта по традиции мы выходим же почти всегда, выдерживаем маленькую паузу, отдыхаем чуть-чуть и... Вова, привет! Да. Привет! Здорово. Ты снова в парике. Шучу. Здорово. Да. Здорово. Узнаешь? Знал? Да, узнаю, да. Как дела? Когда подстрижешься? Я буду отращивать, как у Snoop Dogg, и буду делать всякие дреды потом. У тебя будут рыжие дреды, что ли? Рыжие дреды, да. И я буду петь три ряда, один на негатив ряда. Зачем тебе рыжие дреды? Вот, ну, вот, чтобы... Смотри, вот нормальная прическа. Я просто, ну... Тебя обманывали, тебе не показывали, но скрывали от тебя. Вот нормальная прическа. Можно короче. Не, лучше не надо. Мне кажется, что нет, я морой прям, ну. Тебе не, просто... тебе не нравится? Сколько у тебя этот? У тебя, мне кажется, там 8 ведер шампуня, да? Да нет, всего лишь лошадиная сила. Слушай, ну знаешь, есть такая тема, нужно правильно распределять, короче, приоритеты в жизни. И правильно... Приоритеты? Ой, много приоритетов. Да не, много целей. Я, слушай, я вот на тебя смотрю, я прям вижу твои приоритеты, понимаешь? А они должны быть там где-то... Какие? Ну, они должны быть под волосами, в голове, либо там в сердце. Тебя Света, он узнал, пишет. Флиппер, привет. О, привет, привет всем, всем. Краснодар, привет. Москва, привет. Ростов. Слушай, что ты, 16-го ты придешь в Бруклин? А куда? Бруклин. 16 марта? На Павеляге, да, 16 марта. О, слушай, да я приду. Я думаю, да, надо сходить. А то я в Краснодаре, помнишь, ходил на все твои концерты, а в Москве что-то... Не ходил. Надо прийти. Приходи. А то ты все отлыниваешь. Как дела, как настрой? Да. Как Москва? Все получается? Настрой нормально. Завтра съемка в рекламе, короче, крутая. Потом скоро мне покажут в «Сто к одному». Я там вообще кабак скачал просто. А там да? Поржешь. Что делал-то? Смотри, что «Сто к одному», представляешь, нам обещали, что мы будем батлиться против рэперов. Ну, там обещали Федука, СТ... Вот, и Legalize, Саби Мисс, ну это. А в итоге пришла только Саби Мисс из известных, и группа, вот. Короче, группа, которая СТ пришла. Угу. Я буду тебя шлепать. Я, слушай, не слушаю такие песни. Это, короче, «Фараон в юбке». Ну, новая школа, знаешь, это вот. Панда. Я из новой школы, я знаю только Эшкерре. Да, это фейс. Как тебе новая школа вообще? Планируешь ли ты в стиле новой школы читать или нет? Я планирую в стиле новой школы, короче. Кстати, Фил Версус вообще круто сказал. Нормально, про Птаху прям смешно было. Мне ты нравишься, твой рэп не нравится. Ну так. Я познакомился с тобой. Ладно, что, давай. Рад был, хорошего вечера. Расскажи про Версус. А что рассказывать-то? Да там так все... Как понравилось там вообще или нет? Да? Понравилось? Ну там смешно. Там смешно было. Птаха вообще сам себя, короче, утопил. Блин, да я не... там ничего смешного. Ну, Леха сделал там мастеровито. Ну, все и так знали, что у Леши есть талант рассказчика. Птаха сделал... Птаха так... Да. Вообще. Ну, этот Версус, он парадоксален в том смысле, что все и так знали, что там будет и чем все закончится, но при этом все равно смотрят. Ну, в этом тоже что-то есть. Будет. Да.
Ладушки, да? О, рад. Пока-пока. Давай, 16 марта, скорее всего, приду. Е. Пока-пока. Давай. Всех благ. Давай. Давай, на связь. Так. 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 Как заделать запрос? Йоу. Офигеть, йоу. Привет. Итак, рассказывай. У нас тут, видишь, собеседование по скайпу практически. Немножечко нет. Как тебя зовут? Видишь, слышишь, нет? Я тебя... Эрнест меня зовут. Как? Эрнест. Эрнест. Понял, прикольно, слушай. Ну вот. Где же как вы? Дела, Володя? Да нормально. Алмата, Алмата. С Алматы. С Алматы. Слушай, прекрасный город. Теплый, красивый. Спасибо. Когда к нам собираешься? Да я бы такой и завтра приехал. Это же зависит не от меня, а от организатора. Видишь, как позовут. Но я прям скучаю вообще. Алматы. Ну, надо к нам по-любому. Никогда не был, но с удовольствием бы сходил к тебе на концерт. Я надеюсь, что в этом году доеду. Я в том году, по-моему, не был, да, так и не еду. Позапрошлом? Я у тебя ни разу не был. Я как-то пропустил это, к сожалению. Вот, видишь, имея не храним, потерявши плачем. Поэтому если... Ну да. Спасибо тебе за твое творчество. Спасибо тебе. Спасибо тебе за спасибо. Как погода вам? Блин, мерзко и ужас. Сегодня снег шел. Вообще погода ни о чем. Сколько градусов? Блин, я тебе даже сейчас не скажу. Я сейчас на улице не бываю толком. Дома постоянно. Понял, понял. Так, 2 градуса сейчас у нас. Вот, посмотрел. Да, не понятно. У вас там еще горы, как всегда, и да. Да, я еще как раз в области гор. А. Рядом с телевышкой, скажем так. Понял. Вот. Нормально. Ну, клипы вообще от души, честное слово. Все клипы заходят на ура, треки. Альбом, хотел спросить, когда альбом? Альбом? Что-то его записывал и пропустил. В этом году, я надеюсь, что в октябре. Нужно все доделать, записать, короче, свести, круто, чтобы все звучало. Да у тебя вроде всегда звучит все, как говорится, гладко. Ну, блин, не хочется же делать то же самое, не хочется стоять на месте. Слушай, у меня тут история одна прикольная была с девушкой. Ну, получается, с девушкой расстался, у тебя выходит клип, если я не ошибаюсь, времени нет. Угу. Сошлись опять, расстались, по-моему, через день у тебя вышел клип, это, медленно. Ну, вот, как бы сейчас, короче, не вместе, скажем так. Короче, тебе нужен... Получилось. Тебе нужен мой новый клип, да, вот. Получается. Да, нужен новый твой клип. Ты вот так заранее скажи, чтобы знал, уже готов был. Я понял, хорошо, буду готовиться. Ну, ты... С праздником, кстати, тебя. Все наладится. Чего? С праздничком, говорю, 23 февраля же. А, спасибо. Нет, у нас... Спасибо, взаимно, в любом случае. Вот. Ладно, не буду затягивать очередь. Спасибо. Хорошего вечера, рад был. Пока-пока. Спасибо тебе. Кого из новой школы слушаю? Да никого не слушаю. Лавина вышел, но, видимо, не успела Лавина, видите, к обстоятельствам Эрнеста. Почитаю чуть-чуть вас. Да там много заявок на добавление, я устал чуть-чуть, сейчас я кофе допью хотя бы. Вова! А! Привет, привет. Передай привет, пожалуйста. Мешкову Артему привет. Это же несложно. Катрин, привет. Спать не лягу. Рома, ложись спать. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Как добавиться в эфир? Ну там есть такая тема. Добавь в эфир, пишет Кудря. А ты где? А я в Петербурге. В Петербурге. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, где-где? В Петербурге. Рапапамур. А я уже добавлял, и мне написало, что неудача какая-то произошла.
Мне сейчас вообще не нажимается. А, все нажимается. Так. Кудря, он кудря пел. А что пей? Я не умею петь. Тебе говорят, спой, спой. Мне вспоминается сразу мультик. Помните про это? Здорово. Как у тебя дела? Йо, нормально. Ты, кстати, первый, кто говорит, а не кричит. Ты ощущение, что ты в органах работаешь? Или учишься? Признавайся, в Академии ФСБ учишься? Не-не-не. Ну, у меня одни многие ФСБ. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Да у меня все хорошо вроде. Все хорошо? Че не спишь-то? Да, не спится. Жду вот совместно. Ну вот, видишь, дождался. Где живешь, расскажи, как зовут? Родом с Камчатки, ждал ваш концерт там вообще. И в итоге, короче, не видел ни одного анонса. И думаю, ну, надо валить оттуда, там никто не ездит туда. И все, переехал в Новосибирск, учусь. Не, я понял. Новосибирск. Ну, на Камчатке, не знаю, ездить ли туда. Я был там дважды. Там, конечно, безумно красиво. В плане природы, конечно, совсем не Новосибирск, наверное, точнее, даже Новосибирск, не Камчатка, но Новосибирск масса своих, конечно, плюс. И архитектура, и организация. Да. Вот, я понял, чем занимаешься вообще? Занимаюсь, ну, работаю, вот есть небольшие задумки по поводу хип-хопа, ну, у меня есть готовые текста, но нет бита, и как бы вообще делается же наоборот. Насколько известно. И вот да, у меня прям... Да, на самом деле всегда по-разному делается. Ну, текст под бит же очень тяжело подгонять. Если готовый текст, и это нужно дорабатывать и дорабатывать, это же очень сложно. Ну, согласен, да. Есть а так, если написанный бит, под него текст намного проще подогнать. Ну, да, наверное. Понимаешь. Понимаешь. Лавина, клип вообще зачет. Прям респект. Спасибо. Спасибо. Вот, Владушка, давай, хорошего вечера тебе. У вас уже, я знаю, там поздний канал. Счастливый. Давай, обнял, пока-пока. Респект, пока-пока. Пока. Тут крутые стены, да, кто-то писал там, а ты на полу лежишь. Нет, это такие обои, ребят. Хотя я знаю, что правильно говорить не обои, а оба. Но это именно обои. Да и ничего не выпьет, как обычный там сигаретный бак. Прими эфир, есть толковый вопрос, тебе понравится ответить. А если мне не понравится, Ромчик? А вдруг не понравится? Давайте, да, давайте, я тогда, наверное, еще там 1-2 эфира, и мне нужно собирать, паковать чемоданы уже, на самом деле, завтра рано утром выезжать, ни свет, ни заря. Ромчик, я тебя не вижу вообще в эфирах. Я не вижу тебя в эфирах, Ромчик, в заявках. Как так-то? Где твои заявки? Там, видимо, они тоже отваливаются. Как можно в эфир? Да закинуть заявку на эфир, я там клацаю рандомно по клавишам. Привет! Как жизнь молодая? Да нормально. Все как, четко. Как твоя, как сам? Ну, всех, лучше всех. Недавно в ноябре снялся в новом клипе. Ну, с ребятами, правда, металлисты ребята, не рэперы ни разу. Ну, все-таки все равно красивый клип такой, хороший получился. Кого это? Я маньяка такого жесткого. Никогда не думал, что я такой. Судьба такая. Маньяк так бандит, не бандяк, не бандит, так маньяк. Как? Да, да, да. Звук нормально. Да, так-то все ровно, все четко, как? Все нормально. Ты лежишь на полу, и у тебя деньги там лежат за тобой. Это у меня стенки, это у меня обои такие. А, то что? Я понял. Красивая инсталляция, да? Снимаешь одну купюру, пошел в магазин, сходил нормально, потом другую повешал. Нет, зачем кошельки и сейфы, когда можно вот так вот? Да, нормально. Да, я согласен. Нормально висит.
У меня главное, ну, ты, когда ты светишь Путина, что ты ему скажешь? И почему не спишь? Почему не спишь? Ну, проснулся, времени уже без 26. Угу. Утречка раньше. Хорош уже спать. А, уже, короче, понял, понял. А его я встречать не собираюсь, ну его нафиг. Я как-то так. Я рад тебя увидеть с наступающим праздником. А, слушай, и тебя с наступающим. Рад. Пиши в директ. Давай. Отсюда не пропадай. Всегда рад. Давай. Да. Ждем во Владивосток. Давай. Удачи. Белый инт. Я, короче, что за вопрос? Я игную. Я ничего не игную, короче. Ну, не надо вот это вот наговаривать. Я же общаюсь с людьми, и эпидемические динамики, какие-то вопросы. Это нормально. Все, давайте последний эфирчик, и я ушел паковать вещи. Раз уж вам нравится, мы будем делать это регулярно. Общаться с глазу на глаз, так сказать. А вы служили? Как сказал бы Безруков, служить бы рад, прислуживаться тошно. Да. Нет, я не служил, к сожалению, в вооруженных силах. Ни российских, ни каких-либо еще. Та-там-там-та-там. Оп. Не туда куда-то нажимаю я. Ну да, я вас тоже, вы обижаетесь, я клацаю, мне, ну, вверху пишет, невозможно подсоединиться. Я же не знаю прям точно всех людей в техподдержке Инстаграма, я бы написал непременно, сказал, ребят, почему вот так происходит, что я хочу присоединиться, и нельзя, короче. Ну, вот подряд выбираю, нажимаю, клацаю. А, ты Веталь, ты что ли пишешь? Веталь, я тебя как увидел, я побледнел сразу. Думаю, да ладно, блин. Виталик написал. iPhone 7. Не, у меня не 7 iPhone. Может, в этом и проблема, согласен. Ну, кого добавить-то? Я вот уже 4-жды пытаюсь. Может, это намек на то, что пришло время нам прощаться? Как бы грустно не было. Как бы грустно не было. Не было бы грустно. Последняя попытка. Не может присоединиться. Вообще классно. Давайте тогда с вами чуть пообщаемся. Да, уже в следующий раз девочку добавляй. Ты старый извращенец. В чем польза рэпа? Да рэп это же музыка. Польза любой музыки. В том, мне кажется, что она вызывает эмоции и пробуждает в людях лучшие чувства. Письмо президенту дошло, очень сильно сомневаюсь, что дошло. А что побледнел-то? Да есть там разговор с Виталиком неприятный. Скрывайся от него, ребят. В Ростов приедешь когда? А я приеду в Ростов. Когда, вы думали? Правильно, 25 февраля. Вот прямо здесь. В Инстаграме это и написано. Слышал Паука? О, Паука слушал в 82-м году, очень давно. Ре. Что ре? В Тамбове стоит ждать. Не знаю, честно скажу, нравится ли мне творчество 25-17. Да я вообще по русской музыке не силен. Жду в Волгограде. Жду, когда приеду в Волгоград. Есть совет, это вообще дело такое, ну, неблагодарное. Почтение отверстия не очень. Я думаю насчет карьерской актеры. И актерской карьеры в том числе, да. Занимаюсь потихонечку, посмотрим, во что это выльется все. С Озным Духом нет, не общаюсь, Днепру привет. В Ростове клуб рейв, а Екатеринбург осенью. Заявку на эфир, заявка на эфир, но почему-то не перестали работать, сам не знаю почему, ребят. В Батайске, блин, так сложно доехать до Ростова от Батайска, я не знаю. Ресторатор в хлам был, да, он был в изрядном подпитии. Мы люди галантные здесь, в Петербурге. Мы
стараемся крайне деликатно вызываться. ДДТ нравилось мне в 99-м году. Да, давайте будем спать, давайте будем расходиться, так уже быть. Всех обнял, всем привет. Хорошего вечера, всем доброй ночи. Давайте, дорогие, пока-пока.